Скажи несколько слов с тобой, Марков, и сегодня в этом видео ты узнаешь, как сделать видео, или же как я делаю видео. Это видео сделано в честь 100 подписчиков. Да, это не так уж и много, но все равно спасибо вам, что вы подписались на меня. Желаю приятного просмотра, а мы погнали. Первое. Монтаж. Видео я монтирую на телефоне в программах KineMaster и PowerDirector. Эффекты приближения, появления картинок и так далее сделаны в Elite Motion. Анимация текстов в Pixel Flow. Я бы мог монтировать на ПК, но его мощности мне не хватает. Второе. Превью. Превью я делаю на ПК в Photoshop CS6. Иногда, когда нет возможности сделать превью на ПК, я делаю превью в PS Touch. Только текст уже делаю в Pixel Lab. Третье. Запись голоса. Записываю и обрабатываю я на ПК. Но если же нет возможности сделать это на ПК, то я записываю голос в IQ Recorder и обрабатываю его в Wave Audio Editor. Ребят, если вы знаете причину того, что когда я обрабатываю голос в Wave Audio Editor, то в KineMaster и PowerDirector у меня не прочитывается файл, из-за чего я не могу использовать его. Если вы знаете причину, то пните в комментариях. Итак, я сказал, в каких программах монтировать, делать превью, обрабатывать голос, но я не сказал про то, в каком порядке это все делать. Для начала нужно написать сценарий для видео, если видео является подкастом. Но если видео является туториалом, то для начала нужно записать все в программах для записи видео. Кстати, я записываю во встроенной программе для записи видео. Дальше пишем сценарий. Сценарий должен быть понятным и желательно без тавтологии и ненужных вещей. Озвучивать это все нужно как можно лучше, чтобы вам было легче обрабатывать. С опытом все будет получаться намного лучше, чем раньше. Монтировать нужно так, чтобы все звуки были слышны. Например, вы разговариваете, и после того, как вы договорили, идет музыка. Нужно эту музыку делать потише, чтобы было слышно вас и был мягкий и приятный для слуха переход. Превью нужно делать красивым и кликбейтным. Только не выходите за рамки, иначе вы станете главным центром для хейта. Берите популярный стиль и превращайте из шаблонного стиля в свой. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился этот видос и вы поставите лайк. Было бы еще круче, если бы вы подписались на канал, если вам интересен мой контент. С вами был Марков, и я с вами не прощаюсь.